Турция отменила круглосуточный комендантский час в городе Джизри, расположенном на юго-востоке страны. Специальный режим, который полностью изолировал город от внешнего мира, был здесь введен 4 сентября в рамках военной операции против боевиков рабочей партии Курдистана. Местные жители смогли выйти из своих домов, чтобы увидеть город, который несет на себе следы тяжелых боев. Жители с трудом пережили блокаду города. «Мы пережили ужас. У нас не было электричества. Мы умирали с голоду. Мы выживали. Что мы такого сделали, чтобы заслужить это? Я надеюсь, что Бог тебя покарает за это, Эрдоган». Блокада была снята под давлением международных правозащитных организаций, в том числе Совета Европы. Прокурдские источники утверждают, что в городе во время блокады турецкой армией был убит 21 мирный житель. МВД Турции, в свою очередь, говорит об одном убитом мирном жителе и десятках уничтоженных боевиков. Несмотря на снятие блокады, власти запретили доступ в город депутатам от оппозиционной демократической партии народов. Джизры по-прежнему патрулируются военными.